Сегодня в России отмечается День машиностроителя. Машиностроение – одна из главных отраслей промышленного производства, которая влияет на развитие других сфер хозяйственной деятельности. Машиностроение отражает уровень научно-технического состояния и обороноспособности государства. В развитых странах на долю машиностроения приходится 25-35% ВВП. Сегодня машиностроители Чувашии поздравляли в ДК Хузангая. На предприятиях машиностроительного комплекса республики работают более 40 тысяч человек. Неблагоприятные экономические условия 2013 года повлияли на индекс производства. Между тем, Промтрактор, Промлит, Элара, Промтрактор-Вагон, агрегатный завод «Экра», электроаппаратный, Чувашкабель, ВНИИР и другие предприятия превысили миллиардный рубеж объема отгруженной продукции. Среднемесячная заработная плата в машиностроении составила почти 26 тысяч рублей. Прибыльно сработали 70% предприятий отрасли. В первом полугодии 2013 года на предприятия машиностроительного комплекса было направлено инвестиций в основной капитал в размере около 3 миллиардов рублей. Есть те, кто добывает сырье, есть те, кто продает и потребляет, но именно вы своим трудом, своим умом создаете те станки, то оборудование и те все средства производства, с помощью которых существует экономика.